4% гнев и звездный огонь. Все обилки апаются по факту. Что тут еще? Разбойник. Ну, разбойник говно, базара нет. Прям говно полнейшее. Ну, 4 только, Т9 еще, в принципе, неплохо. 5% крита и то так. Да, меня тут. Охотник. Ну, охотник, блядь, чисто БМ. Маг. Фаермаг. Примерно 8% крита дает. Фаермаг то изи нахуй, вообще охуенный. Вот, 5% крит на скилл и доспех апает. Это примерно процентов 8 крита будет. Да, ты посмотри, что сет дает. Сет дает чистую парашу, блядь. Нахуй не бонусы, блядь. Ну, чё сет? Что, блядь, нахуй? Скорость, меткость. Скорость, крит. Меткость, дух, ну да. Скорость, крит. Крит, дух. Ну, почти, кроме груди, остальное все нормально. Короче, там это, на мосе сидит его жена или что там, блядь. Я ее уговариваю, блядь. Го, типа, блядь, похилишь. Она говорит, друид там, ПВП, короче, блядь. Типа, ее, я хуй пойми, там, блядь, правда это или нет, блядь, не знаю, короче. Типа, ее муж там ульду ждал, блядь, но она пвпшит, типа, на БГ за эрдру, видел, там, дерево на БГ это. Миша, иди в баню, но. Зачем я тебе, блядь, у тебя есть чарка, но. Я не нашел, на ауке нихуя нету на плаще. Паладин Т9 неплохой. Кроме груди. А так неплохо. Ты чурун у нас вообще или нет? Ну? Сейчас, давай, Миша, давай. Че, пошли, так мы закроем, ебать, все. Пойдем хотя бы что-нибудь, блядь, я же заебался заходить. Я что-то не понял прикола, блядь, а шо, КД упало, блядь, или шо? Сейчас глянем. А, ну, подожди, она, походу, десятка стоит. Пойдем все. Десятка, походу, стоит, да? Да, десятка. Ага. Ну, все, может, кто-нибудь подойдет еще позже. И на этом ебаном острове гасит. А вон вот этот ДК Unholy Frenzy, у него нету прохода? Иор, дай лидеру. У него, короче, 205 ПВЕ, и он не был в ульде ни разу. Ну понятно. Если был бы он фростом 205, он бы еще где-то 5 бы дал. А проходки у него нету все равно, да? А хуй знает. Вон этот самый, Мося плюсует, поможет похилить эрдру. Там ПВПшник, там жена этого Моси. Похуй там, вон 200. Чё, возьмешь, Кирилл? Проходил с нами, у него там есть какой-то ПВЕшмот. Нет, это не сам Мося, а его жена типа там. Короче, Unholy Frenzy пишет, что у него есть проходка в льду. Ну, тоже взять, нахуй. Пускай потыкает, блядь, автоатакой, нахуй. Возьми его, пускай, нахуй. Бля, я не в Долоране, нахуй. Я хуй знаю, где тут эти свечи. Кран какой-то в Дисе написал. Кран Константин, блядь. Кто это, я хуй знаю. Кранк? Дорога. А. Давай вот этот деф нахуй мне это замути. Ткань титанов, блядь. А, он пишет комбат 217 мне в ПМ написал. Есть у тебя ну, чай? А, нихуя тут титан нужен, ох. Давай я сейчас. Да, нахуй. Дима, заходи на пало. У меня тут сумки. Пойдем в банку. Тут, блядь, у меня плащик-то нахуй такой, ебать. Уж, нахуй, уж. Просто вот видишь, ключевые персонажи ушли. Это Ршам Срезовский и Лев. Куда Срез ушел?
Дети ну, там. Неизвестно, куда он ушел. Отдыхать от Вов, не знаю. Он, наверное, нахуя заебал его льда, он сказал, приду позже. Блядь. Я не знаю. Паролил нахуй, что не просили, блядь, и съебался, нахуй. Твари, блядь. У меня такое мнение, нахуй. Рога пишет, через 2 минуты зайдет. Короче, залетаю в инс, пока. Миша, где ты прячешься от меня, нахуй? Я тебя, блядь, не вижу в упор. Мать заставляет меня плавить, какой-то хуйней заниматься, блядь. Чё, давай шутка? Быстрее, Миша, я тебя пати кинул на друида, чтобы ты видел столовку. Сделай ему эту хуйню и все. Да, в смысле, блядь? Не может, блядь, купить чарку с аукциона, пиздец. Её ебать, нету, кожа, ебать. Нахуй ты рассказываешь? Её нету, нахуй. Чё за чарка? Да хуй за. Может, блядь, не может там. Че за чарка? Может, уже давно сходил, сам купил бы голову, не ебал бы никому. Да хуй знает. Да, у меня какие-то. Давайте шкаф. Из всех сумонит друг себя. Ебать, ну. Дима, зайдешь, плюсанешь. В принципе, даже если у нас вагон, у нас, в принципе, 5 локов. Мы должны неплохо так. Бля, у нас нету шамана, ебаный в рот. Ни одного, блядь. Да это похуй. Да я хуй знаю. Куда ты, блядь, делся, нахуй, дядя? Ай, ладно, чё-нибудь. Лады этого дали. Ой, мы робота хрен, наверное, не убьем, да? Или убьем? Блин, женек. А чё, я уже ничему тут не удивляюсь. Мы нахуй с каждой неделей ходим, и у нас все хуже и хуже, хуже и хуже. Ну, да, приходят, хуй пойми, чё я бы не сказал, что мы ходим, я бы сказал, что мы ползаем, блядь. Ну, блядь, тоже верно. Вот, Женёк, вот вкачаешь Ршама, будет заебись. Блядь, ну, блядь, Ршама. У меня опыт за Ршама, да ебать, на X2 нормально. Ну, я редко, правда, хилю. Ну, вот. Будут хоть рейды собираться. Да я нет, у меня нету, парни, времени играть в мои персонажи. Если бы ты Ршаму выбрал, мы бы сейчас не ебались так с хилами. Я играл на X2 шаманом, я не захотел снова играть шаманом, поэтому... Так я за шамана все знаю вообще. Создать-то несложный персонаж. И одеть сейчас несложно его. Просто я тогда забью на ДК. Я не буду двумя играть. Вот ты представь, ты не какой-то ДД, который идет в рейд, если есть хилы и танки, а ты хил. Бля, ну я же не говняный ДД, согласись. Это понятно. Но просто я знаю, что я не говняный ДД, я хожу ДД. Был бы я говняным ДД, я бы нахуй сказал, бля, я буду танчить. Ты Андреал стал и ДК. Да не просто ДК имба, я, блядь, без разницы. Принимайте любого взял бы. Блять, уверен бы там не подпёздывал бы ДК имба. Я когда ДК тут создавал, я не знал, что он имба, там куимба, блять, просто создал и все. Блять, 4 кнопки, я за шамана играл, я одну кнопку жал. Т4, 1-1-1-1, и был бы нахуй топ-1. Кто там рога зашел, если никто? Пока шамана не понерфили, блять. Т5 потом нормально я давал. Да вон спроси, кто со мной был в иллюзионах, я всегда в топе был. Я и стои, и старый нахуй. Всегда мы в топе были. Не знаю, что там Никита пишет, что-то какие-то... Баф, цветочек, это этот, на 3% шанс крита увеличен.
Вон ну, там где? Этот кран зашел, рога. Бля, где такой баф получить? Никита, где баф такой получить? А Верн, ты почему без этого бафа? Ебать, ты нихуя 3% крита, братан, теряешь. Давай, мути. Нахуя 3% крита сейчас? Для файра особенно, да, блядь. Огри. Просят баки, блядь, и не принимают. Ебать вы интересные, нахуй. Я пойду 3% крита возьму. Это у меня красный бэкап. Тыкните, ну. Кого ты его уже увидел? В ДС, не? Да. Ты чё, где челюсть? А? Чё это нахуй? Где челюсть, Анхоли? Он ебанул. Челюсть, я же во просте, какая челюсть? А нахуй ты во просте с 200 пухами, блядь? Блядь, потому что сказали, а ТК нахуй типа не нужен. Поэтому сделал просто. Охуеть. Ух, ты чё, за 3%? Вы все за 3% крита, что ли, летите? Бля. Так, нет, 3% крита это сколько в рейтинге? 100 рейтингов? Ставьте новый шкаф, давайте быстрее сумоните людей. Не теряем время. А я смотрю на его персонажа, действительно челюсти нету. Так, чё, какой квест, блядь? Растел, ты чё взял? Я не брал никакой квест, у меня значки эти, типа. Бля, как вы 3% получили? Блядь, давай потом нахуй с этими 3% разберёшься. Нахуй мы теряем время из-за твоей-то этой, блядь, и какой-то, сука, идеи, блядь. Один дурак показал, блядь, другие дураки нахуй все полетели, блядь. Нахуй вы заёбуете? Ставьте рыбу. Нахуй ты так орёшь? А Верн, дай столик. Тыкните в столик. Кран этот, блядь, 2 минуты, я зайду нахуй. Где, блядь, зашёл? Хуй его знает. Зашёл, пати не принимает, блядь. Разберитесь там с аурами паладины. Но он не в гильде, что ли? Кран. В гильде. Это новый рога, да? Забафали сразу рогу, рога, жри рыбу. Собираемся по полчаса, еще стоим, блядь, вату нахуй катаем. Все на полы в столовку. Пук, ты тут?
все были готовы, столовка пуля. Я вкладки не взял, сука. Сандер, помогай стакать. Груз про Сандер это тебя касается. Сандер это раскол брони, если что. Блять, я знаю, что такое Сандер. Сука, его нету на панельке, книжка багнутая. Не могу достать вовремя твоя. Ну да, это серьезно. Хули, Сирус, ебан. Ну, я про то, что у тебя он не выставлен вообще. Ну, в смысле, он вообще часть ротации был одно время, но что-то это... Гера пошла? Геры нет, класс. Угу. Не успели. Убиваем обычку, идем дальше, все в обычку. 5% не хватает от шамана. Вообще баф на нем висит, успели. Успели, значит бьем. А баф висит. Хламобота. Мобов отстреливайте, РДД. Бомба, он бежит. Искра, поехали в искру. Красиво, ДК, спасибо. Бля, что это было? Это ДК вынес из круток. Ну что, дох? Четыре человека не зарешают? Это вообще пиздец. Не, кстати, если был бы шаман, и если бы у него не запризил, как он сказал. Что, падаем или что, Кирилл? Нет, блядь, будем бить, ну сдохните уже, ну шо вы, блядь, тупите, я не понимаю. Ну, зайдите все, все ждут, когда так а шо непонятно, блядь, сидишь, 8 мол, человек сидит, нахуй мертвый, бьем, блядь, бейте нахуй. Так ДПСа нахуй нету впритык, еще 8 отъехало, бьем, говорит, или нет, блядь, ебать, охуенный вопрос. Ну ты видишь же, никто нахуй не ложится, ебать. Да, кроме восьмерых, кто сдох, блядь. Ну. Анхоли, что у тебя там нахуй не получается? Отпиздило меня. Просто это ваш... охуенная отмазка, блядь. Да в смысле отмазка? Я говорю, за в прямом, блядь. Так же, что всех лагает, когда они вайпают трейд, нахуй. Блядь, чувак, я говорю, меня зафризило. Чё непонятно? При чём тут отмазки? Я могу выйти, как бы, ну, серьезно. Но я говорю, меня фризануло. Женек, дай мне обмен. Нахуй, у меня почему-то в банке остались, хуй знает. Почему так произошло? Давайте, пристабав лапу.
Мосю забафайте, он там подбегает. Все были готовы, пуляй. Истерию, как сердце упадет, в Женька дай. Припоты нажимаем парню на сердце. Не сидим. Женек. Женек. Да-да-да-да-да, я слышу. Работа справа. Опять перевели. Я вижу. Мобов отстреливайте слева, быстрее. Искру. Игру с... А, блядь. Я понял. Возьмем вот этих новых людей. Паны. Отправим в Долоран. Убьем в обычке. Все, зайдите все в Мелизону. Не плюсуйте больше, пожалуйста, в рейд, пока YouTube не посмотрите. Окей. Пиздец, блядь, нахуй так делать, ебать? Резаться как сейчас? Друг другу пати, дайте резайтесь. Заебись. У ангела реснитесь, вы все равно в Долоране стоите. В каком, блядь, Долоране, ну? Ебать, так вы как будто вообще ни разу не умирали в инстах. Такие супергерои, ебануться можно. Релогаешься, блядь, нажимаешь исправить ошибки, ты в Долоране. Ебать, мне эти грабли нахуй нужны. Да нормально справился. Мне было 20 секунд подождать, пока я с рейда ливану, там выйду, ебать, терпортнусь там. Справился, нахуй, ничего страшного, нормального. Играете, блядь, в игру, нахуй, а строите себе вершителей судеб каких-то тупаних. Можешь ливнуть, нахуй, изгилить, а тут никто не держит. Вершители судеб, что ты несешь, блядь? Пацан американских фильмов пересмотрел, хочу. Назги нахуй надо в Сосона переименовывать нынче, блядь. Это вон шаман в гильде 208-й. И ёр, сука. Сманите крана, просится, можно. Это шаман Йокусора, блядь. Да откуда я нахуй знаю, блядь? Кто да? Это за шаман, блядь? Я тоже не знаю. Ну, учитывая, что у меня 76 ЕП, он, наверное, заходил последний раз, нахуй, блядь, я не знаю, в феврале, блядь. И то в НАК. Ну.
Кран, что там у тебя за хуйня? Да он летает за этими 3%, 100%. Призыв начал, ждите ответа, а все тут. Рыбу сразу сядь, поешь. Ешь быстрее рыбу, Кран. Сзади стоит рыба, сзади рейда. Пук. Пуляй стволовку. Обычку делай? Да. Убиваем по максимуму обычки, и я буду на работу, блядь, собираться. Васёк, прием. Сила Луны входит в тебя, блядь. Обычку это сердце не нужно бить или чё? Теперь не смотрел. Это не нужно, надо. Нужно, но не убивать. А. Также сейчас ебашим сердце, блядь, и все. Бьем, не стесняемся. Чем больше выбьем сердца, тем меньше будет хп у босса. Хинтай этот открыл, отвлекло. Ой. Мобов отстрелили слева, быстрей. И бомба вот эту ебаную тоже. Так, ну да. И справа теперь мобов, блядь. Сейчас 1% его выбиваю, но опять сердце кинет, опять по сердцу игра. Все, бьем. Тоже убивать нельзя, да? Ну, смысла нету. Мы его, если сейчас я убьем, у него, блядь, фулл хп будет, блядь. Мобов, ребята, РДД, это ваша задача. Все, сейчас вот это сердце добиваем, и все, там по нему урон ап. Вот в обычке легкий, ебано. В обычке он вообще элементарный, нелегкий. Мобов убивайте. Там бомба, блядь, к соловке сейчас добежит. Лясь, нахуй, блядь. Слева мобов. Да что-то они бегут быстро, их не стопает, никто не бьет, никто поебать. Хуярьте иссушением или грозой, справа мобы. Все, миллион остался. Добивайте и все. Сразу, блядь, бежим, заходим в комнату, пуляем трэш, убиваем и идем сразу на собрание. В изи тоже быстро убиваем, идем дальше. Рейд нихуя не собирается, блядь, одно говно. Зато, блядь, сфера рецептик в обычке падает. Класс. Что-то делали мы, значит, не так, да? Получается, да, блядь. Так, поехали, кольцо. Хаст мастерство. Кольцо никому не надо? Ну и, блядь, я не хочу за ГП убрать. Не бери. Так, отставил. Кольцо на ДК, я просто рассказывал для тебя. Что? Это бисовое кольцо на ДК. Я просто.
И что? Она на все спеки идет. Так, дагер никому не нужен. Так, плечо тоже никому не надо. Без кольца на ДК это с острова и какой-то из двух колец, который у меня одет. Мобов там чекайте, может что-то и упадет. Кому-то что-то надо. Ну, если ты от даггера не откажешься, надо нажимать main spec, и я тебе его отдам. У нас весь шмот отдается за ГП, у нас нету такого, что там. С учетом того, что сейчас скоро... Снимите с него этот. С учетом того, что сейчас выйдет новый контент, и ЕП, блядь, и все остальная хуйня срежется, я не знаю, нахуя вы его солите, это ЕП. Так с хуем, блядь, голыми останетесь. А потом будешь опять теряки рассказывать, что ты два месяца у нас сидел, голый босс и безволосый, нахуй. Бля, у меня жена с тебя вообще угорает. Давай. Чё? Твоих фразочек. А что, я не так что-то сказал? Ну, блядь, у нас в Миловском крае, как бы, с твоего акцента еще мой наржет, пиздец. Блядь, я бы это за оскорбление принял. Может, тебя въебать нахуй, алё, блядь. Вот так надо было ответить, Солов. И переспросить, да? Ебать, да чё там телефон заебал, нахуй, ребят, на пульте, блядь. На пульте на столовку все. У тебя нету вообще ЕПГП аддона, кран? Надо, значит, скачать. В инфе гильдии, там где аддоны, вся эта хуйня все есть. Блять, приятные такие цифры, 11-12 тысяч. Хули так на боссе, нахуй, оно не бьет, нихуя. Снимайте бан. Что за лок? Куда ты взялся? Рыба стоит, кто умирал, ешьте быстрее, пополняйте себе ману. СС пускай раскидает. Кран, если тебе нужен дагер, напиши артстайлу, я все артстайлу отдал на дизенчант. Я тебе вручную начислю. Да не, спекайся, наверное. Нету супер захила, чтобы одного танка тачить. Парень сегодня не упадет. Т8 на ДК. Мне похуй, что за... Веришь, блядь? Упадет Т8 на ДК или нет? Боже, просто пиздец. Ебаните СС, Малах по Ладомиру, Квазивер по Суфу, Юрчила по Версикалору, Терияки по Мосе и Дерафан по Пуку Дракона. Дерафан. Дыра кто?
Дыра в силе луны, блядь. Понял. Кулак Роги дайте, просят. Столовка, тогда держишь здорового. Артстайл, держишь двоих. Ебашим здорового, потом среднего, потом малого. ДБМ пул даю. Фласочки, хуясочки, не жалей. Поехали по здоровому. На пуле или в столовку здорового? Не жалеем. Бурсты всю хуйню. Резко его потушили, блядь. Выводи с круга столовку. Только не сильно, чтобы мы бить его могли, блядь. Он такой здоровый, блядь, а круг отрисовки такой маленький, да? Ну, чтобы мы бить с него могли, остальное все похуй. А мы с него не бьем, походу, блядь. Может, и бьем, хуй знает. Знаешь, а по цифрам не чувствуешь, а у меня урон на 50% вырос, блядь. Он в бафах. Да я вижу, что в бафах, я по цифрам не чувствую нихуя. Не, я чувствую, я вон достаю. Не, ну так, сейчас, когда вихрь критует 15 плюс в соло цель, тогда понятно. У меня 26 в соло цель. Без проков, блядь, нихуя, но все равно, блядь, то это... 50% это чистая хуйня. Без прожимок. Ну вот 17 хорошо перетонуло, блядь. Так. Забирай артстайл среднего. Столовка, держи малого. Разводите их. Косты малому сбивай. Столовка. Забери столовка малого и отведи. Артстайл среднего. Напулили все в артстайла. Волшебник, там тебе напомя... Каз, бей ему, столовка. Нахуй ты от него отбегаешь, блядь. Щит воруй. Красиво. Вышли, 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 вышли. Среднего ближе. Отводи оттуда вас малого, дальше столовка. Среднего подводи сюда ближе. Отсбей ему каст. Уведи его отсюда, чтобы если перегрузку кастанул, чтобы никого не сложило нахуй. Вот там держи его, нормально. Сейчас достаем. Вот, перегрузка, убеги, столовка, быстрее. До нас не достанет. Все, там его и держи, нахуй. РДД, зайдите в синюю хуйню и дамажьте, блядь. Вышли, 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 вышли. Сакру, гимн на ХП, дай слава. Вот тут на краюшке можно стоять и дамажить. Когда он кастует цепную, столовка, можешь не сбивать, потому что, соответственно, ты один, блядь. Он цепную, если ты будешь держать на нормальном рендже, цеплять не будет. Щит. Так, смотри, сейчас зеленая хуйня будет, набирайте ренджу. Вышли, 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 вышли. Все, добиваем этого ублюдка. Так, щит с него пиздим. Столовка выведет, и вот видишь, он в кругу стоит. Все, все РДД зашли в синюю хуйню. Столовка, отводи его подальше. Чтоб если, блядь, он перегрузку кастовал, РДДшники стояли и дамажили, блядь. Хотел, ебать, блядь, от синий. Все, куда ты повел, блядь, нахуй? Ёбаный рот. Кто я тут? А я думал, вы того еще пиздите. Да уже убили, блядь. Так, косты теперь все сбиваем, мы не спим. Сандер стакаю, блядь, дамажим, блядь. Смотрите внимательно, когда взлетит, разбегаемся. Все как обычно. Нихуя сложного тут нет. Каст. Ушли, 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 ушли быстрей. Все, там его и держит, где поймал. Каст.
Разбежались, быстрее рейнджу набрали, быстрее. Ух, сука, что прям за мной бежит. Хилимся, хилимся, хилимся. Рома, не вставай пока. После того, как он сядет, Рома и Версик, короче, все, блядь, вставайте, что, блядь, как сядет. Вставайте. Сразу мазбафы дали. Каска, лапа, приста, баф, вся хуйня. Забафали хилов. По друидам, по паладинам, по пристам, кас, бафы дайте. Набрали рейнджу. Иди, столовка, пуляй тех мобов. Ох ты, ебучие глаза. Красиво, блять. Первый раз она упала. Что, башка? Угу. Так, эта хуйня нужна кому-то? Кому надо, мейнспик? Жмите, отдам. Упала башка, да? Паролу.